относительно тех, кто судит по своим же неисправным свойствам. Есть момент, если я вижу, товарищ говорит, ну не по теме, ну явно не по теме. Отношение вот этого вот суждения о нем, это то, что я должен... То, что он говорит не по тему, это, скажем, объективно, а мое отношение к нему, это то, что я должен исправлять? Нет, нет, что значит объективно? Я услышал, я увидел это объективно? Ну да, есть такой момент, когда я его в этом сужу. Я, с одной стороны, вижу, что происходит, с другой стороны, есть мое суждение. Нет. Так в чем разница? Ты что думаешь, что ты как фотоаппарат вот так делаешь объективный снимок и потом начинаешь исследовать? Нет, так не бывает. Хорошо, так ты не можешь видеть кого-то, как он есть. Ты его видишь уже в твоих свойствах. Ты не можешь... Ты утверждаешь, что я могу знать и видеть эти вещи, как они есть, вне меня находятся, вне тебя ничего нет. Так сейчас я хочу этот вопрос немножко расширить. Когда мы распространяем, мы измеряем это относительно единства? Распространение – нечто иное. Это не группа. Мы сейчас говорим об отношениях в группе. Теперь, когда ощущение становится более сильным, кажется, что то, что находится вне, относится ко мне внутренне. Там я тоже измеряю себя относительно единства, например, не находясь в группе. Там ты находишься в состоянии, что ты относишься, как написано, судит каждого человека на чашу заслуг. Как сказано, сделай себе рава. Ты прежде всего ухватываешь правильное направление. Это Творец и Учитель. Затем купи себе товарища с помощью того, что ты просто вкладываешься в связь с ним, с группой и со всеми. А затем судишь каждого человека в сторону оправдания. Можете подробнее о том, чтобы оправдывать весь мир? Мы не очень работаем. Лучше не углубляться в это. Быть хорошим, приятным парнем, интеллигентным таким. Я тебе скажу, что самое лучшее снаружи. Представь себе состояние, что ты занимаешь наименьшее место. Но прочувствуй это состояние. Я занимаю очень мало места. Но мы не потеряем, мы не упустим шанс? Не упустим мы ничего. Я тебе говорю, если у тебя будет такое ощущение, что ты просто освобождаешь каждому место, занимаешь как можно меньше места, люди будут принимать тебя образом очень приятным.